This is the other variety that we mentioned before, that is a world novelty today. It's the first parthenocarpic pink tomato, and we have, besides the advantage of not needing hormone, we have excellent taste and extra earliness. Plus, we don't need to use hormone or insects for the food set. Ну, этот новый номерной гибрид томата, розовый высокорослый томат, который, как мы уже говорили, он не нуждается, скажем так, партенокарпического типа, то есть не нуждается в дополнительном использовании гормонов, опылении, чтобы получить хорошую гроздь со всеми, как бы, ну, полностью сформировавшаяся гроздь с фруктами, которые сочетают в себе очень раннее созревание и вкусовые качества. Basically, Evgeny, what we want to show here is that if you think of pink tomato, Sakata is a company, you can go for any segment you want. If you want firmness, or taste, or shelf life, or the seasonal resistance, or in any type of pink tomato, in Sakata has the answer to the needs of the grower and of the fruit trader. И Vincent хочет еще раз так упомянуть о том, что для нашего рынка, для наших фермеров, они могут подобрать любой тип томата, который нужен для длительного хранения, для вкусовых качеств, для переработки специальных черри томатов любого размера, любой формы, любого цвета и вкуса. Well, we will pass very rapidly by the red, because in red, honestly, today we are not at the level of pink, but in pink, I think that today Sakata is the best company in the world. В связи с тем, что Sakata является сейчас номер один компанией в мире по ассортименту, предлагаемому ассортименту розовых высокорослых томатов, поэтому как бы, мы можем закрыть как бы, любой сегмент в этом направлении, и в связи с этим, что они сконцентрированы на вот этих высокорослых розовых томатах, поэтому они немножко отстают от остальных других поставщиков в классе красных высокорослых томатов. The Parthenocarpic variety, when you grow it here, we will give you some specific recommendations on how to grow it, because not using hormone, you have to adapt the fertilizing and the irrigation, so we will give specific indications on how to maximize the output. Для этого партенокарпического томата, в принципе, Sakata имеет свои собственные рекомендации, потому что это отличная, как, ну, имеет отличительную способность выращивания, там нужна необходимая как бы, своя система удобрений. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.